Без грошей, часом без світла та під кулями, ховаючись у підвалах, виживають люди на окупованих територіях. Вони не здаються і вірять у перемогу, але поки що змушені терпіти та чекати. Ми щодня телефонуємо в окуповані міста. Цього разу вдалося поговорити із жителями Донецька, Луганська та Первомайська. У людей не так много наличной гривны, поэтому, например, у кого есть деньги на карточках, стараются расплачиваться при возможности карточками, чтобы снимать эти деньги, ну, чтобы деньги снимали с карточки, потому что рабочих банкоматов, которых, ну, вот вы могли сейчас слышать, значит, рабочих банкоматов по городу, в которых можно снять гривну, практически нет. Пенсионеры стараются выехать куда-то на территорию Украины, чтобы там переоформить пенсию и получить там наличную гривну. В магазинах продукты питания есть. Да. Ну, на рынках есть и в магазинах есть, продают и овощи, и фрукты, и можно даже рыбу красную купить. Были бы деньги. В городе совсем нет денег и работы нету. То есть те, кто ходит в государственные предприятия работать, вот у меня мама, да, она, например, получает паёк за свои, за свою работу. То есть когда будут какие-то деньги, ничего не понятно. По городу не стреляют уже давно, нет никаких обстрелов. Залпы где-то по окраинам слышны, но в городе снаряды доложатся. То, что по городу не стреляют, как бы легче, чем когда по нему стреляют. Банкоматы не работают, я не знаю, насчет выплат,